Моя фамилия Бажов. От слова «бажить», что значит «колдовать». Отсюда слово «набажил», «наговорил», «напророчил», то есть. Сказы не зря придуманы, ины в покор, ины в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. В детстве пришлось мне 3 года провести в Полевском заводе. Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике. «Пойдем на гору сказки слушать», — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей. «Сказки? Что я, маленький? Пойдем. Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства». Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло. Наши мастера меж собой пересмеиваются. «То-то, займитесь-ка чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье поди-ка по всему свету на отличку идет. Одним словом, каслинское». С первого взгляда нет в чугуне ничего особенного. Серый, неприметный, неблагородный. А добавишь к нему рюшки и цветочки, да узорами украсишь, в необычные изящные формы отольешь, чугун уже едва ли не драгметаллом становится. Уральские мастера были первыми в нашей стране, кто из простого железа шедевры выливать начали. Не хвастались понапрасну и не врали бажовские герои. Чего только стоит каслинский чугунный павильон, который одержал триумф на всемирной выставке в Париже в начале прошлого века. Свыше 1500 деталей отливали лучшие заводские мастера. Против такого искусства не выстоять, одним словом, каслинское. Дело литейных мастеров живет на каслинском заводе и по сей день. Отливка и вся технология, что еще в стародавние времена придумана была, сохранилась прежней. Говорили, чугун здешний особенный. Нет, не в чугуне дело. Дело всегда в умелых руках. Оно из поколения в каслях передается. Готовим смесь. Вот восковая смесь получается у нас вот такая. Не густая, не жидкая, средняя. Затем берем шприц и накладываем шприц этой смеси. В рабочих цехах каслинского завода, как в святом месте, аромат свечного воска разносится повсеместно. Это кажется сказкой, но каждая чугунная фигурка прежде всего из парафина рождается. Чудо руками местных мастеров выглядит по-рабочему просто. Жидкий воск забивают в пресс-форму, а спустя каких-то 5 минут кусочек парафина превращается в благородного коня. Все закончили. Теперь этот конь, это бегущий конь называется. Теперь этого коня мы отдаем на чеканку. Сказочные чудеса продолжаются на столе у модельщика. С помощью скальпеля и сеточки мастер, словно творец, ангелочку расправит крылышки, невзрачную кобылку сделает арабским скакуном. Все, даже самые незаметные неровности от его зоркого ока не скроются. Где надо, уберет лишнего, а красоты добавит. Вот этот шовчик мы убираем, чеканим вот так вот. И где вот повреждения, мы закапываем парафином. И потом снова защищаем, чтобы оно ровно было. А где рисунок надо... Рисунок дорисовываем. На мелком кабинетном литье каслинские мастера уже давно руку набили.
Паяльником статуэтку припаивают к восковому столбу. Пройти этому римскому философу придется и огонь, и даже не воду. Его топят в огнеупорной массе до тех пор, пока на изделии не появится толстая корочка. Сейчас течет все, что нам не нужно. И отправляем в пескосып. Пескосып – это для корочки. Сейчас все утрамбуется. И получается вот такой у нас слой обмазки. Теперь статуэтка отправляется в сушило. В этом цехе она будет сохнуть не менее суток. Воск скоро начнут выплавлять, а этот прочный каркас останется. Это пока только модель, форма, по которой и будут отливать будущий чугунный шедевр. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорович. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали. Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талант к этому делу имел. Даром, что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли. В Кослях фигурное литье с давних годов укоренилось. Сначала, конечно, здесь, как и везде, чугун на ядра и пушки переплавляли. А после 1812 года, когда мир настал, и железо в доброе дело пустили. Сначала из чугуна посуду делали, а затем на заводе стали художественные изделия вливать. Этому делу касленские мастера у немцев научились. Завезено ремесло было из Пруссии. Многим мастеровым было запрещено в начале 20 века создавать свои авторские работы, несмотря на то, что они очень нравились приезжим людям, зарубежным людям. Но все-таки им это было запрещено делать. Считалось, что наши касленские мастера, да, и все мастеровые других заводов поганили славное имя скульпторов, академиков. Огромными были заводские цеха. Но в XIX веке в них никакого простора для творчества. Касленские мастера выливали из металла только то, что диктовала западная мода, и работали по немецким эскизам. Среди всего рабочего люда заметно выделился местный самородок – самоучка Василий Торокин. Такой мастер жил в Кослях на самом деле, сохранился его портрет, и в действительности он работал на заводе художественного литья. На Касленский завод Василий Торокин пришел 14-летним мальчиком и поначалу выполнял всю самую черную работу. Был и формовщиком, и литейщиком, и чеканщиком. Сначала готовил формовочные пески, глину, которая шла для обмазки литейных ковшей. Затем учеником к мастеру попал, ну а после сам до мастера дорос. Одним словом, самоучка. И, разумеется, дядя Вася, как никто, знал самые сокровенные тайны литейного ремесла. Например, секрет особой смеси, которую используют в деле касленские формовщики. Там берется песок, он как песочница, это с КТС смешивается с кислотой, со смолой, и потом затвердевает. А потом замерзает, вот получается такая форма. И вот уже состоит из разных кусков она. Вот раз, все, модель. И вот собирается так же, потом она собирается, и уже получается готовая форма. Искусно чугун отливать, конечно, и тогда, в торокинские времена, и сейчас, тоже особого мастерства требовало. Но заводским литейщикам даже не нужны приборы, чтобы понять, что металл для плавки годится. Они по одному лишь цвету определить могут. Чем горячее, тем светлее. Главное – не довести до белого каления. Металл бывает перегретый, он как бы более белый. Недогретый, он более темного цвета. Ну а нормальный такой металл, он где-то желтовато-белый, вот такой, приблизительно. Ну это надо смотреть, зависит от материала, какой материал, какой металл. Сегодняшние касленские мастера могут отлить все, что душе угодно, от мелких фигурок до громоздкой мебели из чугуна. Но есть среди всего этого блеска и великолепия один образ, который перевернул все привезенное с Запада литейное искусство. Это образ простого человека из народа,
а создал его такой же простой рабочий, каслинский литейщик Тарокин Василий Федорович. Мне охота простое показать, самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она придет. Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью совсем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. Так и пошла Торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалось ходким товаром. Скромная старуха с прялкой, сделанная Василием Тарокиным, и вправду наделала много шума. Ее мастер действительно слепил со своей соседки, бабушки Анисьи. Но прежде чем пошла она по свету гулять, каслинскому самородку пришлось отстаивать свою работу перед начальством. Ведь по тогдашним временам возводить памятники и увековечивать в скульптурах обычных простолюдинов было крайне недопустимым. Уж слишком много чести считалось. Тарокин Василий Федорович – один из первых, кто стал изображать наш народ, наш каслинский трудовой народ. Тяжелые были времена, и вот в этих персонажах он отобразил не конкретного человека, а именно тех людей, которые жили и выполняли вот эту тяжелую ношу, несли на своих плечах. Самоучка Василий Тарокин придал каслинскому художественному литью реализма. Показывал всю правду жизни, какой бы она ни была. Его простаки в чугуне стали настоящим творческим вызовом, брошенным маленьким, но очень талантливым человеком. Он первый, кто смог внести свое, авторское, в литейное ремесло. Сегодняшние заводские художники-скульпторы более свободны, но и в их деле немало тонкостей. Самое тяжелое для местных мастеров, пожалуй, лепить и отливать иконы. Ну, в иконе это там надо обязательно соблюсти все каноны. Вот. И даже вот когда мы лепили вот Казанскую Божью Матерь, я ходила даже в церковь, чтобы батюшка посмотрел, все ли там правильно. Ничего своего нельзя внести. Конечно, да. Все, это пропорции и даже складочки на одежде надо повторить. Свою чугунную бабушку дядя Вася от начала и до конца делал один, своими руками. На деле же каждое изделие – это труд коллективный, но тоже полностью ручной. В чугунную скульптуру все вносят свою лепту – от художника до маляра. Если один ошибется, и вся работа пойдет на смарку. При отливке, известно, всегда какой-нибудь изъян да случается. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправлять. И, наконец, последние штрихи наносят заводские маляры. Покраска проще кажется, да и в ней всяких хитростей хватает. Но главное, дедушкин рецепт с годами совсем не поменялся. Голландская сажа, ну вот эта краска на основе олифы, она сохнет только в печах. То есть у нас вот три слоя покраски. Первый слой все тщательно кисточками мы растираем, чтобы все-все-все были прокрашены мелкие рисунки. На работнике кисти не меньше ответственности, чем на художнике. Если что-то не прокрасить, останутся дефекты. Попадет вода, чугун начнет ржаветь. Наконец, фигурки отправляют в печь на сушку. Когда олифа выжигается, на скульптуре останется одна темная сажа. Это и обеспечивает чугунным изделием матовую и более дорогую, чем блестящая, поверхность каслинского литья. Местные мастера лучше других знают. Не то золото, что блестит. Дороже то, что своими руками сделано. В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил, чугун здешний особенный, только на мой глаз – чугун чугуном, а руки руками. Про это ни в каком деле забывать не след. Работа она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.